Эта пилюля позволяет нам воспринимать чувство времени иначе. Минус час здесь, ради часа там. Сегодня, завтра, вперед или назад. Для сознания пределов нет. Путешествие во времени? Еще и в пилюлях? Ну ты и говнюк. Чего ты хочешь? Есть работа, серьезная. Обмен сознанием во времени, сокращенно ОСВ. Пилюля позволяет вселиться в будущего себя, но на один час. Ты перемещаешься в завтра, а завтрашний ты обратно в сегодня. Я нахожу нужные данные и возвращаюсь в настоящее. Значит, ты вор? Да. Пилюля Z+. Принимаешь ее и окажешься в завтра, а завтрашний ты очнется в сегодня. В будущем глаза фиолетовые, а у тех, кто в прошлом, зеленые. Вопросы? Это гонка. Гонка за будущее. Да все будет отлично. У вас сильная воля. Но и я волевой человек. Я думал, мы с тобой закончили, Ли. Я приставучий. Мы вернемся завтра. Как завтра? Через 10 секунд.